Общественники и представители комиссии по делам несовершеннолетних проверили на безопасность детские площадки. В списке их оказалось несколько. В ходе рейда они побывали на трех уличных игровых зонах, пристально осмотрели состояние покрытия, крепления игрового и спортивного оборудования, ограждений. Подробнее в материале Екатерины Ильичевой. Если где-то оторвалась какая-то там досочка, деревяшка, я могу ее, да, выйти, там, пойти домой, что нужно взять с инструментом и отремонтировать. Но поменять горку, сделать другую, я ее не смогу сам. Это детская площадка во дворе дома 21А по проспекту Губкина. На первый взгляд выглядит неплохо, но жалобы от горожан все же на нее поступают. Здесь есть карусели и горка, все в плачевном состоянии. Игровой комплекс далеко не новый, а горку дети используют как тренажер для скалолазания. Кататься на ней очень опасно, рассказывает Ольга Шелест. Беспокоит девушку и ограждение комплекса. В ограждениях тоже дырки за последние 3 месяца появились. Горка, которая стоит, очень крутая. Дети, не говоря, которым 1,5-2 года и 5 и 4 года, катаются девочки, мальчики, мы здесь все уже друг друга знаем, и они говорят, что ой, горка опасная, то есть они придерживаются, а если не придерживаются, скатываются в песок и прям, ну, кубарем летят. Мы ходим в соседний вот новый дом. А там что? Там площадка, там более такая удобная. На спортивной площадке вместо сетки ее скудное подобие, она порвана. Мячи порой вылетают на проезжую часть. Площадка сама по себе уже изношена, а рядом с ней куча мусора. Она бесхозная, то есть она редко обслуживается. Я считаю, что здесь очень мало всяких горочек, которые можно для всех возрастов, именно детей. То есть начиная от готика, 2, 3, 4, 5, 6. Здесь либо турник для взрослых, да, ну и 2 качельки, которые одна из них вообще опасна. Когда вы предлагаете этот вопрос, поднимаете этот вопрос и думаете об этом, потому что это безопасность детей, безопасность подростков, безопасность людей. Наверное, нужно совместно как-то это продумать. Следующая остановка во дворе дома 7А на том же проспекте. Конструкция игрового комплекса расшатаны. Опора карусели находится уже на поверхности земли и нуждается в замене. Скамейки не крашены и пробраться к ним невозможно. Все заросло травой. На железнодорожной рядом с домом 2 спортивная площадка тоже в удручающем состоянии. На территории муниципального образования город Новый Уренгой более 150 площадок и... Часть из них находится в довольно сложном состоянии, о чем мы как бы информируем соответствующие органы. Со своей стороны, будучи членом рабочей группы, мы общаемся с жителями города. И нужно отметить, что жители города достаточно инициативны. Исправить ситуацию может инициатива людей. Активистам необходимо обратиться в офис проекта «Уютный Ямал». Заявки на благоустройство сейчас актуальны. И мы предлагаем всем неравнодушным жителям нашего города, в том числе по состоянию благоустройства площадок детских, игровых и спортивных, обращаться в проектный офис, который находится по адресу оптимистов 4.3, где также будут выслушаны предложения, зафиксированы и, возможно, некоторые нарушения, которые сейчас обнаружены со стороны нашей администрации, будут финансированы и устранены в дальнейшем. Такие рейды в рамках всероссийской акции «Безопасность детства» проводятся ежемесячно. Если в вашем дворе площадка тоже нуждается в ремонте, можете обратиться в управление муниципального хозяйства. Его специалисты и проведут проверку. Екатерина Ильичева, Николай Александров, служба новостей «Импульс».